конечно, тренировкам посвятили более защите. Как бы мы провели сбор в Литве, отыграли две игры. Я считаю, что неудачно отыграли. Как бы у нас были очень большие провалы в защите в некоторых моментах. И сегодня именно тренировка посвятили именно защитным элементам. Тем более мы провели два выходных, как бы плюс надо было восстановиться после выходных и посвятить защите время. В начале сбора как бы мы более уделяли время физике, на данный момент у нас идет физика на спуск. Возможно, какая-то была усталость у команды, потому что мы провели недельный сбор в Каунасе, потом приехали в Люклапе на турнир. Как бы я считаю, что в первой игре с Литвой мы, в принципе, первую половину неплохо держали, вторая половина, как бы ножки посели, наверное, скорее всего, немножко. А игра с Австралией, не знаю, просто как бы вышли сонные, как сонные мухи на первую половину. Но потом более-менее как-то уже начали играть, показывать свою игру. Ну тоже как бы, когда устаешь, голова перестает думать, ножки посели и все. И от этого проблемы, потери. Приятно, но всегда неприятно проигрывать, пускай это будут и товарищеские матчи. Но мы надеемся, что будет как, все будет идти только в лучшую сторону. Как бы на данный момент мы наигрываем какие-то комбинации, пытаемся почувствовать друг друга в команде. Ну, я все равно считаю, как бы с каждой игрой мы прибавляем и прибавляем. То есть сейчас вот будет Франция, Испания, будем тоже встречаться с серьезными командами. Я надеюсь, что мы будем показывать себя.